здравствуйте, друзья. Бывают такие, знаете, письма счастья люди получают. Вот жил человек, и вдруг привалило ему счастье. Вот мне товарищ один сегодня написал, я вам зачитаю. USAFIS, какие-то там Family Immigration Services. Да, значит, если вы получили это письмо, пишут они ему, это значит, что вы можете участвовать в лотерее. Если вы получили это письмо, мы поздравляем вас. Это означает, что ваша страна может участвовать в лотерее на грин-кард США в этом году. Вам остается лишь зарегистрироваться, чтобы мы смогли начать работу с вашей заявкой. Письма счастья. Вот говорят, ваша страна может участвовать и так далее. На самом деле, если по фактической стороне, то правила лотереи следующего года еще не опубликованы. Их просто нет. Поэтому сказать сегодня, какая страна участвует и какая страна не участвует, я думаю, что это довольно сложно было бы. Вот. То есть там есть определенные принципы, по которым определяется. Но в общем-то это публикуется и публикуется незадолго до начала приема документов там, и так далее. Государственные службы американские ни в каком виде не занимаются продвижением лотереи, пропагандой, приемом предварительных заявок. Заявки будут приниматься в октябре. Заявки, даже какого октября, мы сегодня не знаем. То есть там за 10 дней, за 2 недели опубликуют правила, значит, розыгрыша, ну, приема заявок. И будет известно вообще, какого числа. Бывает, что 1 октября, бывает там 2, 3, 5, по-разному. Поэтому даже это сегодня неизвестно. И вот эти вот письма счастья, они, ну, как бы сказать, они и есть письма счастья. Но просто сама мысль о том, что вот, да, они еще, знаете, так называют, да, себя USA, Family Immigration Services, то есть пытаются люди сделать вид, что они как бы относятся к правительству, к иммиграционным службам, к каким-то делам. Это как бы такое... очень беззастенчивое и до просто неприличия убогое такое действие по разводу, но уже совсем лохов. Но уже даже, я не знаю, там, то есть уже все лохи будут смеяться над этим лохом, то есть который как-то отреагирует. Вот, поэтому, друзья, не верьте письмам счастья. Они пишутся и рассылаются не самим, кто в ответе, а еще там кем-то. Понимаете, вот я тут вот тоже получаю периодически, знаете, но не обращаю внимания. А вот один раз обратил внимание, говорят, вот сейчас так тоже такое письмо счастья, что вы eligible на там потерю веса. И вот дальше начались там свои тонкости. Я чуть жену не потерял. В общем, такие дела. В общем, что говорю, не надо так всерьез. Мы в данном случае не о диетах и потерях веса, мы в данном случае об иммиграционных делах. Иммиграционных мошенников, проходимцев много, ничуть не меньше, чем во всех остальных областях. Поэтому так вот, да, значит, игнорируем. Хорошо, я знаю, что люди там все время обсуждают эти письма там на форумах иммиграционных. И там уже как бы уже все смеются, и уже там, ну, уже сил нет отвечать. Но у нас на канале такого еще не было, поэтому, я думаю, надо сказать. Может быть, если мы там какое-то количество людей предупредим от того, чтобы они туда влипли, уже стоило об этом поговорить. Хорошо? Счастливо и до следующих встреч.